Кстати, накануне затопило проезжую часть в центре мегаполиса. Коммунальная авария произошла на Щетинкино. Из-за прорыва труб вода хлынула на проезжую часть и затопила пару кварталов. На место выехали работники горводоканала. Движение машин временно ограничили. Местами вода превышала уровень бордюров и перетекала на тротуары. Пешеходам пришлось обходить участок по соседним улицам.